Когда эффективнее всего делать китайские упражнения? В какие часы, сколько по времени и как часто, чтобы достичь максимального результата в кратчайшие сроки? Все это расскажу в этом выпуске. Привет! На связи Каролина Блок, и мы начинаем! Итак, самое главное, на что вы должны ориентироваться, это самочувствие. Ведь если заниматься через силу, ощущать дискомфорт, усталость, боль, то зожный режим не продлится дольше недели, а результат в первую очередь зависит от регулярности выполнения. Поэтому, исходя из вашего уровня физической подготовки и здоровья в целом, и стоит составлять частоту и продолжительность тренировок. Если вы новичок, начните с тренировки для начинающих. Если эта тренировка дается легко, выберите любую другую на 5 минут и выполните ее следом за первой разминочной. Если и тут не устали, сделайте еще одну 5-минутную жиротопку, либо перейдите на тренировку в 10 минут. В общем и целом, ваша тренировка должна занимать от 5 до 30 минут в день по самочувствию. Что касается частоты тренировок, не стоит заниматься, если чувствуете боль или усталость в мышцах. Дайте организму полностью восстановиться, только затем добавляйте нагрузку. Можно проводить данные тренировки каждый день, если чувствуете бодрость в чреслах. Оптимально заниматься через день, либо дать организму отдохнуть от спорта 1-2 дня в неделю. В какое время проводить тренировку зависит от вашего режима. Выберите самое удобное время и занимайтесь через 2-3 часа после приема пищи, то есть не на набитый желудок. Помните, что главный залог успеха – это дисциплина, то есть регулярные занятия спортом, а не пара дней на внезапном энтузиазме. Поэтому от того, насколько удобным вы составите план тренировок, и будет зависеть ваш результат. Слушайте свой организм и будьте здоровы!